Как отметил председатель избиркома края Дмитрий Черненко, Татьяна Пшениснова работает в избирательной комиссии региона с момента ее основания. Курировала направление предвыборной агитации, разрешение информационных споров. Является одним из разработчиков и автором комментария к закону о выборах в органы местного самоуправления в части их информационного сопровождения. За значительный вклад в становление и развитие избирательной системы Российской Федерации сегодня на заседании края избиркома Татьяна Пшениснова награждена почетным знаком ЦИК России. Быть причастным к институту выборов, как высшему проявлению демократии, это вообще большая честь. Спасибо всем большое.